4 ноября 1922 года в семье известного кубачинского мастера Алихана Ахмедова родился мальчик. Расул, так Хабичу Уста назвал своего сына, как и все кубачинские дети, с ранних лет приобщился к ремеслу своих предков. Старательно изучал основы кубачинского искусства. С юных лет его отличали особая тщательность в работе и творческий подход. Видимо, это досталось ему в наследство от отца. С 9 лет Расул начал ходить в артель, где его учителями стали не менее прославленные, чем его отец, мастера Ахмед Кишев и Магомед Чамсудинов. Уже в 15 лет из-под рук Расула Алиханова выходят серьезные изделия, а в 17 его работа экспонируется на международной выставке в Нью-Йорке. Именно тогда начинает вырабатываться его почерк, оригинальный и выразительный. Это очень высокопрофессиональный художник, мастер, великолепный орнаменталист, создавал очень много композиций, которые ранее не существовали, с введением разных фигур в орнаментальную культуру, движения, который он питался из несколько такого застойного положения орнаментальной культуры, вести его в движение. Расул, выросший в бедной семье, полюбил девушку из состоятельного рода, которая ответила ему взаимностью и была засватана за него. Немалую роль в том, что родители Манабы отнеслись благосклонно к сватовству Расула, сыграло и то, что он, несмотря на свою молодость, уже был известен как один из лучших мастеров аула. Правда, свадьбу пришлось отложить. Началась Великая Отечественная война, и Расул пошел защищать родину. Манаба дождалась своего суженого. После войны они поженились и прожили душа в душу 55 лет, вырастив 10 детей. В принципе, да, вот воспитание или там какие-то маленькие нюансы домашние по хозяйству. Все было на матери и на нас, короче, да, коротко говоря. А все остальное время, в принципе, воспитание, он почти не занимался. Он уделил время только работе, творчеству. Главное, в принципе, мне так кажется, что он, чему нас научил, это терпению. И, ну, не делать халтуру, как он говорил, допустим, да, жирпотреб. После возвращения в родной аул Расул становится директором кубачинской школы фабрично-заводского обучения. В том же 45-м году он заканчивает краткосрочные курсы НИИ художественной промышленности. В 1947 году он становится победителем конкурса народных мастеров в Москве. В 50-м вступает в Союз художников СССР и получает серебряную медаль ВДНХ. А в 1951 году его награждают орденом Трудового Красного Знамени. В 1970 году Расул Алиханов становится лауреатом государственной премии имени Репина. В 1973-м его награждают орденом Ленина, а в следующем, 1974-м, он первым из кубачинцев становится народным художником России. В 1983 году в Государственном музее искусства народа Востока прошла персональная выставка работ Расула Алиханова. Вообще его творения экспонировались на более чем 50 международных выставках, где неизменно вызывали восторг и восхищение. Расул Алиханов был не только выдающимся мастером. Много времени и сил он отдавал обучению молодых златокузнецов. А его книги «Кубачинский орнамент и искусство кубачи» получили высокую оценку специалистов и простых читателей и почти сразу стали библиографической редкостью. Кроме того, Расул прославился как великолепный рассказчик и человек, любящий и умеющий пошутить. Расул, сделавший много для умножения славы своего родного аула, всегда болел душой за его престиж и очень тяжело переживал издержки новых экономических отношений, результатом которых
стало снижение качества кубачинских изделий. Вместе вот этим развалом Советского Союза развалилось, уже начали все, развалилось наши комбинат. 600 мастеров работали, по коридору ходить невозможно было, вот так по толкам ходили мастера. Работали, обеспечивали серебром, обеспечивали золотом, все давали. Как это развал, случилось развал, и серебро не стали давать. Золото не стали давать, ни один руководитель нету, вышестоящие органы уже исчезли, никто не контролирует, государством не реагирует, там комбинат есть или нет, абсолютно не забили, нету, не появляется из руководителя, никто не появляется, посмотри, в каком состоянии находится аул Кубачи, я не хочу сказать промысел, аул Кубачи. Это гордость Дагестана, это гордость нашей России. Обидно для меня, обидно. Моего возраста уже 2-3 человека остался. Я говорю этим молодежи, надо же делать красивую работу. Это что это такое? Учиться надо, надо пересматривать старые работы. Но, говорит, за этот труд деньги не выплачивает. Что надо делать? Очень трудное положение. 7 июля 2000 года Расула не стало. Но остались его дети и внуки, которые продолжают его дело. А главное, остались его работы. Памятник мастеру, который он сам создавал себе всю свою жизнь. Шедевры декоративно-прикладного искусства, в которых живет душа Расула Алиханова. Душа художника, поэта и певца металла, воплотившего в нем свое видение мира и отношение к нему.